Итак, мы сегодня сейчас будем настроить BIOS на компьютере компакт-процессоре Q57. Включаем компьютер. Сейчас кнопочка F10. Вот, на эту кнопочка, вот. Если в настройке BIOS зайти данный BIOS, необходимо назвать классы F10 компьютера KHP. F10. Вот BIOS, вот написано, наверху вот здесь написано INSUDE20, это утилиты. Утилиты. Вот, и данный BIOS написан Notebook Model Processor Q57 Notebook PC Intel Celeron. Нет, сначала F10. Видите, он запускается. Кнопочка F10. Видите, написан вот BIOS INSUDE. Это новая настройка, хорошая, красивее. Вот, это данная версия, резервная версия. Резервная копия, резервная версия 3.5. Так, Windows 7. Диагностик. Ок, заходим вот сюда. Видите, не сможем изменить настройку. Так, не надо пароль. Так, нет, не надо. Вот, можно выбрать английский, французский, который требуется. Испанский, японский. Видите, настройки, которые можно... Ладно, я сейчас выбираю... Ингресс. Ингресс, Enter. Так, это не нужно. Disabled. Вот, настройки BIOS'а я смогу настроить. А вот Fun AEUF ON. Видите, это для создания паролей. Видите, на это написано эта читалка. Action Chaos Mode. Это оставим. Давай зайдем Boot Options. Так, вот, пост. Код. Вот, видите, 20. Видите, все будет работать. Ладно, сначала давай меняем 0. Вот. CD-ROM boot. Вот, видите, он работает компьютер. Иногда можете настроить на это развлечение. Вот, настройку. Флоппи. Boot. Так, это кнопочка, не надо, там дискета нету. Вот, Internal Network Adapter Boot, это не нужно. Вот. Давай зайдем Boot Alter. Видите, сейчас читаем. Notebook Hard Drive. Видите, написано. Что тут написано? Так, ладно, я выходим из BIOS'а. Все, сохраняемся на настройки BIOS'а. Идти тут спрашивает. Exit settings. Нажимаю клавишу Yes. Now и Yes. Enter. И все, на этот настройки BIOS'а закончен.